Всем привет! Мне кажется, уже, наверное, буквально чуть ли не каждый человек в России знает про знаменитую инфо-цыганку Елену Блиновскую. И, в общем-то, ее марафон желаний, благодаря которому, кстати, от многих мужчин ушли жены. И вот Елена рассказывает, в общем-то, даже не рассказывает, а втирает очередную дичь про прошлую жизнь. Видела несколько своих прошлых жизней, в которых я была животным. В одной я очень хорошо помню, я была какой-то крупной рыбой, и меня перерезал винт от какого-то плавсредства. И так я умерла, потом я была какой-то птицей, тоже была история. Я умирала много-много раз. И наконец я добралась до жизни человека, я была мальчиком. Но поскольку я была внебрачной, меня скрывали. Скрывали, и в этой жизни мой отец делает все, чтобы обо мне узнал весь мир. Я не знаю, что курит или принимает данная мадам, но несет она такую лютую дичь. И, к слову, люди за это платят деньги, потому что это вырезка из одного из ее марафонов, которое было, в общем-то, для... Есть категория такая в Инстаграме «Близкие друзья». И вот, чтобы получить доступ к этим близким друзьям, нужно было заплатить, по-моему, 10 тысяч рублей или что-то такое. И, в общем-то, там Елена рассказывала вот такую вот ерунду. Ну что, лох не мамонт, лох не вымрет, поэтому инфопродукты люди будут покупать.